Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 28 июля. У нас отличная погода. Светит солнце. Температура воздуха 28 градусов. И хоть и не было дождя, но море почему-то несколько метров от берега мутноватое. Нахожусь сейчас на пляже отеля Radisson Collection. Достаточно много. Море волнуется. Люди купаются, загорают, отдыхают и наслаждаются летом, морем и солнцем. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!